Всем привет, с вами Тхагер на Outplay. И сегодня мы, как видите, будем играть в Смит. Ознакомимся с очередным режимом. Этот режим я еще ни разу не играл. Вот. Записываю вот первый раз, играю. Завоевание, даже пока не знаю, что там делать. Походу разберемся. Давайте. 5 на 5 идет матч. Завоевание пошел. Пошла очередь у нас. Так, ну что, давайте позвоним героев еще. Как обычно, так. Ну, Рай я играл, вы видели его, как он выглядит. Тор, давайте Тора посмотрим. Бог грома скандинавский, ближний бой, физический убийца. Вот он как выглядит, наш Тор. Скины он. Скины. Тяжелый митар, у него топорик он. Легендарный. Золотой какой. Гнев Волгалы. А это что такое? Рагнарок? Силы X? Нифига себе скин, ёпта. Охренеть. Золотой. Железный игрок. Кровавый орел. Благочестивый какой-то. Так, это что? Бриллиант. Бриллиант, у всех такой он есть скин. Голосовые пакеты. Эмоции вон. Танец. Специальный какой-то. Ну, он статьи, способности. А способности показывает, нет, ну, как он выглядит. Нет, да? Звучание Мьёльнира, снаряд, телепорт. Ну, да, я не буду читать очень мутерно. Так, дальше. Чё-то пока до сих пор очень стоим. А, вот. Только хотел сказать, до сих пор очень стоим. Так. Так. Так, так. Давайте мы жуком играли. Богом Ра играли. Так, а как посмотреть? Скин для бога. Бля, а как посмотреть характеристики? Автоматическое. Ну вот навык, кстати, автоматически мне. Давайте я уберу. Будем сами прокачивать, который нужен. Так, это я понял, а как, блядь, посмотреть, кто ты вообще? Так, давайте я пирата хочу. Так, выбрал, да, лучницу. А у них кто? Ну, у них какие-то там вообще плотные какие-то. Двоих я точно не первый раз вижу. Посмотрим, что за режим. Такое завоевание. Ну, судя по названию, тут что-то завоевывать надо. Вражеские башни крайне опасны в самом начале матча. Открывайте богов, скины с помощью очков благосклонности. Зарабатываем в матчах в режиме PvP и команда. Так. Новый режим такой.
завоевание. Ну тоже походу титаны вот. У нас две бабенки. Магазин, магазин. Чем мне приобрести в магазине? Физическая сила, здоровье. Давайте ее. Так. Скорость движения, давайте ботинки возьмем. Аптечку возьмем парочку. Давайте сразу три. А почему я не могу? А, понятно. Ладно, пойдем. Ну да, это лучник. Способности. Стрела духа. Давайте первая стрела духа. Что я сделал? Так, а чё суть? О, тут вообще большая карта. Охренеть. Это глобальная. Тут получается вот... Та, получается, мини-версия такая была игры. Башенки. А здесь вон... А это что такое? Это не башни, это какие-то тотемы. Они наносят урон вон по врагам. Три линии с каждой линии. О, чувак. Ты дурак, что ли? Моя башня. Нифига, далеко бежать придется. Так, вон мобы прут. Давайте я левую сторону так буду держать. А не пускай там мид держит. Скорострельность бы этой лучницы прибавит, так. Так, там бежит герой, что ли? Ну, в лесу, скорее всего, мобы. Там на мобах качаться можно, да? Вот ты герой, блядь. Какого херна ты башня бить, чё я ему... Оп-оп. Нифига нам наносит. Так, валим, ребята. О-о-о, зря я повернулся. Так, ладно, возвращаемся. Походу там все в лесу качаются. Так, давайте на чем-нибудь на урон собираем. Желательно вот самое последнее. Так, это что, физическая защита, скорость атаки. Скорость атаки он прибавляет. Где башня, блин? Блять. Башня Олимпа наша там зафигачила опять этого Тора, походу. Давайте-ка я на мобов посмотрю вообще в лесок, что тут такое. Ты я нафига сделал? Так, новый уровень. Your left tower is under attack. An enemy has been slain. Mm.
Лови этого подонка. Да, мана будет кончаться. Вот пока толпа мув есть, надо как-то башню попытаться снести. Ну давай, развались, ёпты, башенька. Валим, валим, валим. Это хороший такой навык, чтобы свалить. Так, ладно, возвращаемся на базу. Резко закопимся, как раз они тут до нас дойдут, наверное. Так, бабла нету, пошли. Да, около базы уже. Получается по две башни на каждой линии и в конце феникс стоят. Нифига. Ты куда полетел? Нифига у него навык. Охренеть, улучшенный навык какой. Снайперский режим там переходит. А это вообще взял, подлетел в небо, улетел. Охренеть. Прикольно. Ну а что хотел? Это же боги, ё. Не, навык красиво здесь сделали, четко. Стой, подонок. Есть, 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 я его захуячил. Сейчас мне откатится этот снайперский режим, я тебя щелкну. Бежал до собак. О, валим, валим.
Так, давайте скорость атаки надо мне. Так, и ботиночки. Ладно, ботинки потом. Так, особый навык прокачаю. Средняя башня ваша уничтожена. Мид пробили нам, блин. Одну башню уничтожили. Чё там так тяжко, что ли? Не справляется. Ну я тоже не могу слева отойти. Я же один там. Мне там, походу, чувачкам тяжко. Сейчас мы можем, сейчас поможем. Не вон куда пошли. Блять, нахрен оттуда ушел. Сука, съебался. Блять, ушел. Да идите вы нахрен. Да, блять, опять ушел. Получил собака. Вот как он, блядь, взял и улетел нахуй.
Наша башня опять уничтожена. Беги, Форест, беги! Блять, не добежал. Так, скорость атаки есть, урон надо. Давай сначала ботинки, ладно, так и будет возьмем. Эти. Потом вот это давай возьмем тогда. Да, скорость атаки увеличилась. Нихуя. Взял в птицу, превратился. Красавчик. Башня по мне. Ну, теперь я восстанавливаю здоровье при каждом нанесенном ударе. Где наши мобы? Получил. А, это вот так высасывает жизнь. Беги, беги, беги. Блять, неужели догонь? Ну иди сюда, иди. Ладно, не буду за ним бежать. Ну, мы им тоже везде по одной башне разнесли. Так. А, вот эту перчатку я хотел, да? Плюс 7 вампиризма. Нормально.
Так, походу этот бой будет затяжным. Скорее всего, будет сейчас составлять из двух частей, нам мы еще не скоро закончим. Сразу. Ну вот это мне, наверное, режим самый больше понравился, он более масштабный такой здесь. Большая карта. Огонь. А чё, он не застанил, слушай? Ай, блядь. Он... Толпа, блядь. Вижу. Так, вот эту обувь надо взять. Так, здесь что у нас? Скорость атаки плюс 40. И вот это надо поставить. Да, они нам все башни разнесли. Давай, давай, вперед.